Нижегородские травмпункты переполнены пострадавшими из-за гололеда. Я на остановке подскользнулся просто. И улетело лицо и нога. Ну, чистый лед был, да, на остановке. Вообще не посыпают, не убирают. Здесь травмпункт должны все чистить. Дворник у них есть. Чем он занимается? И сегодня же нижегородский градоначальник заявил о том, что коммунальщиков нужно заставлять работать, цитирую, пинками. Какие еще действенные меры готовы предложить власти для расчистки дорог и тротуаров? Об этом не только сегодня в 7 вечера.